На фотографиях 34-летний житель Челябинской области и 25-летний уроженец Башкортостана. Их задержали нижнекамские оперативники в Башкирии. Молодые люди подозреваются в краже. По версии следствия, злоумышленники нагло обворовывали пенсионеров, представляясь сантехниками. Интернет-кабель есть практически во всех подъездах, и интернетом пользуются в основном молодые люди. Здесь этого провода нет, значит, наверняка здесь живут пенсионеры. Вот от этого отталкивались преступники, выбирая себе таким образом потенциальную жертву. Воры действовали слаженно. Подозреваемые приходили к пожилым людям под видом работников ЖКХ. Обещали выплатить компенсацию за ранее установленные счетчики водоснабжения. Пока один отвлекал хозяйку, второй осматривал комнаты в поисках денег. Именно так грабители поступили вот с этой женщиной. Ее историю мы уже рассказывали. Преступники забрали последние деньги, отложенные на оплату коммуналки. Я в группе, я инвалид. Вот меня обидно такого... Пенсионера, группа инвалидов. У меня обширный инфаркт миокарда был. Я на пенсии на этой группе. Они не подснялись. 3 дня воры гостили в Нижнекамске. Их жертвами стали 4 одинокие бабушки. На них злоумышленники заработали больше 60 тысяч рублей. Правда, после задержания в содеянных преступлениях признались сами. Теперь им грозит реальный тюремный срок. Органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража. В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранительные органы не исключают, что пострадавших может быть намного больше, поэтому сейчас оперативники проверяют их причастность к совершению подобных преступлений на территории всего Татарстана и соседних республик. Регина Сулейманова, Евгений Лзаев, новости НТР.